Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Григорий, Артур и я, Артём. Мы продолжаем играть в Star Wars The Old Republic. Всем привет. Всем привет. Хотел сказать The Force Unleashed уже по привычке, ну ладно. Так, ну я что? Я прошел, не надо. Сейчас мы, по квесту Артура пойдем, да? Тут неподалеку. Да. А потом по, наверное, общему. Да, сегодня мы будем, я надеюсь, не такими упоротыми, как в последней серии, потому что там мы были просто, ну... Ну, просто была седьмая серия за день, поэтому поймите. Поэтому сами понимаете, да, что это не так уж и просто. Сейчас, так, кстати говоря, вон, давайте с ребятами разберемся. Всех сломали. И там квест, насколько я помню, ну он общий вроде бы. А нет, вот этот квест твой, насколько я помню, тебя сейчас вообще портанет хрен знает куда. Нет, вот это неправда. Это парень пытается мухлевать и попросит нас подвинуть камень силы, чтобы он сказал учителю, что это он сделал. Спойлеры. Так, да. Ну уже и переводить зато не надо. Ну да. Это невозможно. Почему мастер заставил меня это делать? Чудо. Дело в том, что я не могу завершить. Что за истерика? Да, я недословно тоже. Okay. Ты меня напугал. Я не видел, как ты пришел. Мой хозяин сказал... Короче, там, говорит, нужные вещи достать меня попросили их. Но я, говорит, не могу сдвинуть. Медитируй, и пусть силы усилят тебя. Но, говорит, ничего не получается. Ну что, так признаешь свое положение? Или просто так сдашься? А что еще остается делать? Меня выгонят из Ордена, потому что я не смогу сдвинуть камень, который нельзя сдвинуть. Это абсурд. Может, мне поможешь? Ты умеешь делать эту медитацию? Конечно. Почему я тебе должен помогать? Разве суть Ордена не в кооперации, в общем-то, и дружбе? Ну, окей. Что надо делать? Спасибо, ты мой спаситель, в общем-то. Ты согласился, что ли? Да, я согласился. А я оказался. Окей. Ты крутой. Давайте я по-новой, я тоже соглашусь. Окей. Хорошо. Медитировать над этим я буду. Давайте попробуем сдвинуть его. Хорошо, где этот камень находится? А, вот он. Да, вот он. Его очень трудно найти, кстати. Ну да, вообще дико сложно. Complete. То есть тут, оказывается, можно отказаться от квеста, но я хочу получить немножко очков и темной стороны силы. А что вот это за Giant Rock? Ну, вообще-то, это он. А, я понял. Да, ты все правильно понял. Офигеть, мы крутые, мы подняли камень втроем. Втроем. Могли подойти его просто. I can't decide if I'm ashamed that I couldn't do it or happy that my mission is complete. There's supposed to be something important behind the boulder. Короче, он должен... рад, вообще-то, что мы это сделали. Под камнем уже, говорит, что-то важное должно быть. Похоже, нет. It would appear we were mistaken. Похоже, была ошибка. Иники. Мастер Квилчен. Я разочарован. Why are you here? А вы почему здесь? Ты давай. Ой-ой-ой, это сложно, какие-то слова. Короче, он сказал, дело, говорит, не в том, что лежит под камнем, а в том, чтобы ты смог его поднять. Вот что он говорит. Но ты, говорит, обманул нас всех. Я боюсь, что твое обучение подошло к концу. Ты не станешь джедаем. Но это, говорит, не моя вина. Я не просил помощи. Я пытался отказаться. Он лжет. Это неправда, мастер. Бам-бам-бам, я не помню, как это называется. Я чувствую в тебе спокойствие, молодой. Я знаю, как важно стать джедаем для тебя и твоей семьи, Флингфилд. К сожалению, у меня нет выбора. Ты останешься в архивах и будешь служить ордену, как клерик, ну то есть как этот, бумажная крыса. Это вся твоя вина. Ты разрушил мои возможности. Ладно. Да он, говорит, и не ожидалось никогда, что сможет подвинуть этот камень. Сила... Короче, двинуть камень должна быть... Короче, у него не было этой силы, все понятно. Я половину слов, честно говоря, даже не в состоянии... Не, ну здесь...
Я все равно уверен, что большая часть людей тупо читает чат. Как обычно, переговоры идут между теми, кто играет с нами. Ну, короче, он тут рассказывает какую-то там великой ответственности, в общем-то. Да, да, да. И прочее. I'm tremendously honored. Да. И Джек Шепард был рад помочь. Да. Ладно, как ты возвращайся в храм, когда будешь готов. Ну, Флинн сказали. И нам, и тебе, говорит, спасибо, прибудет с тобой сила. Идет в этом, в Old Republic, в Knights of the Old Republic, у Дадараса, который этот мастер был, там их вообще ртов не было. А тут немножко дорисовали. У них планета была такая водяная, да? Не-не-не, тут другие. То есть силкаты, а это не помню, как называется. Это силкаты? Нет. Эти встречаются во второй Knights of the Old Republic, там с ними квеста. Ну, они в первой есть, как бы, но во второй там квесты дают. Такое, в общем. Так, ну тут где-то твой квест рядом. Нам наверх подняться, походу, да? Не знаю, сейчас поломаем всех, разберемся. Обожаю эту планету. Я обожаю, что скоро будет Крусант. Крусант это очень крутой. Крусант, да. Однообразный, конечно, но крутой. Там так, именно храм вот это... очень крутой. А вот то, что... Вот, вот я вижу что-то. А ну-ка. Так. Вы там справитесь? Я думаю, справитесь. Джек Шепард сейчас меня одного убьют. Квест, да? Это чисто твой квест получается. Ну, окей, мы тут пока. Так, хорошо, я пошел тогда. Активирую. Я даже не помню, что это такое. Другие записи мастера Радживари. А, учеников его. А, ну да, это же какой-то орден был. Кровотечение не останавливается. Почему я должен был присматривать за Вадрией? Жертвуя своей силой — это путь дурака, говорил мастер Дживари. Но сейчас уже не важно. Осада почти закончена. Все это закончится лишь одним путем. Короче говоря, он был обречен, похоже. Так, ну и что? Это все. Воспоминания, короче говоря, у них там какая-то жесткая война, похоже, была. Ну, у тебя там, получается, всякие там архивы такое, да? Да-да-да-да. И у вас гораздо более интересный квест, судя по всему, будет на получение. Да, меня сейчас, судя по всему, убьют. А ты где вообще? Там. Сейчас, там. Господи, я буду кольнуть себе аптечку, потому что меня сейчас завалят. Все, I'm dead. Why are you dead? I'm coming to you, Джек Шепард. Kill him. А я пока подниму. Окей. Анрулиса. Сатурниса. Подавал разряд. Концепт. Спасибо. Какие-то модные дроиды. Ну да. Вы, кстати говоря, я так понимаю, очень скоро уже получите в ближайших, ну вот в сегодняшнем нашем сеансе записи по мечу. А я не факт, ну, потому что у меня вроде как подольше. Восьмой уровень. Да, я думаю, сегодня все равно соберем все. Восьмой уровень, там на каком? На десятом дают, по-моему, да? Да, по-моему, на десятом. Так, Джек Шепард, зачем ты туда бежишь? Тебе туда по квесту надо будет. Но, не туда? Нет. Мне сейчас нужно возвращаться к Дузуму и возвращаться так к мастеру Юнгару. Тебе в храм надо вообще возвращаться? Да. А вам? А у нас тут вот квест. А у нас тут квест, да. Главный наш. А, ну, понятно. Хотел просто уйти? Нет, я просто не... А, точно. Я забыл, как оно отображается. Ну, хорошо. Кто первый пойдет? Ой, блин, я зашел. Ну ладно, чё. Да какая разница. Подавай, развернись. Оставь это место. Флешрайдеры в руинах. Более мощные, чем мы видели. Да-да-да, кстати. Мастер Оргус послал меня, чтобы отодвинуть флешрайдеров. Нет, они контролируют силу. Тоже джедай. Ну да. Мониторы слежения увидели, что флешрайдеры входят в эти руины. Пришел разведать. Не должен был приходить. Это место, в нем сильна темная сторона силы. Флешрайдеры нашли здесь, типа как источник темной силы. Мощный или нет, больше никто не придет на помощь. О, музыка пошла красиво. Развернись, враг слишком силен. У них моя световая световой меч. Световой меч, да. Почему вообще у них световые сабли, а у нас в переводе световые мечи?
Сабля как-то, не знаю, не так прикольно звучит. Световая шашка. Как-то так. Световой итаган. Световая шашка, это знаешь, как типа кидает для освещения. Да, сигнальный файер. Что-то такое, да-да-да. Блин, вот такие бешеные. Кстати говоря, там ботаны уже писали в комментариях, что а на самом деле типа, два танка и один лекарь. Не самая крутая связка. Здесь играют не ради крутой связки, ребята. Да, да, как бы. Здесь играют по фану. Была. На флешпоинт такие серьезные. Я не думаю, может, не втроем будем ходить, а вообще там какой-то так толпой с кем-то собираться. Ну да. Так что, в принципе, не связками едиными, как говорится. Мы здесь не ради уровней, не ради умений, не ради красивых. О, смотри, там, увидите это. Джек Шепард, подожди, не ломись. А, ну хотя бы, давай, иди. Что, ломись? Ты сможешь. Ты сможешь. Всегда в мясо. А вы видите, да, Флэш Райдер со световой... А, он же отобрал его, джедая. Да-да-да. Слушай, он сильно лупит. Ничего, не сильнее его нас больше. В стену килом. Тащи. Кого там, какие уровни? 9-й поднял. Так, мне это не нужно. Сила и... Ну, окей. Джек Шепард. Отлично. Так, ну вот такие дела. Тут у нас уже флешрайдеры поперли. Флешрайдер camps out of commission, master, but they were all force users. They... Они все использовали силу. Они убили джедая Лео Таха. Его тело в руинах. Что мне делать? Мы заберем наших павших. Просто получил сигнал бедствия с поселения Твилеков. Они заметили Бенгель Мора. Так, наши силы распространяются вокруг секретных лагерей. Я на пути в деревню встретить со мной там. Бенгель Мор, это напомните мне. А, это тот самый да, джедай. Главный, да, который мутит тут воду по ходу. Да, мятежный. Мятежный, сошедший с ума джедай. Здесь все, да, получается? Ну да. Окей. А что там наверху, на этой горе? Сейчас поднимемся. Сначала вот этих так гопников уработаем. Лопаньки. На камне. Мне так нравится, когда камень поднимается, такой тупо в того. Хорошо. Так, это теперь серьезно. Серьезные, да. Сидят, медитируют. Жать, работает без нас. Ползучи. А что там? Почему я не мог? Не включается умение. Да, у меня тоже, кстати говоря. Возможно, какой-то это делал. Добав. Ничего и нету, кстати. Возможно, да. Ну, по крайней мере, мы получили опыта. Да, здесь его довольно неплохо. Так, ну, мы прекрасная команда. Мы крутые. Да. Как там? Вы мускулы, я мозг. Да-да-да. Золотой фон цитат. Нет, это из этого Infamous, игра на PlayStation 3. О, смотрите, там это... А, это просто люди. Это похоже, это подписчики наши, зрители. Так, бежим я от них. Пропускаю все эти диалоги. Подожди, а где Тёма? Окей. А, Джек Шепард, подожди. А, точно. Нам же нужно еще раз туда. Может, еще гильдию создадим кто-то? Так, Джек Шепард, я иду к тебе в Сатурн. Ой, нет, я к Сатурнизу иду. Окей. Помогать. А то что-то как-то... Разбежались мы при виде такой толпы. Да нормально. Нормально. Так, хорошо. Подлечился. Че, сразу тут пойдем к джедаям? А да, да, не будем стараться. Ну, за них опыт неплохо дает, кстати говоря. Ладно, все равно сагрились. Убедил. Нормально. А, мне их 10 штук все равно убить надо, так что. Ну да. Чего? Зачем я это сделал, если они мертвы? Так. Так. Контрольный. Ну да, в голову. У меня кем посмотрим. Да, но это очень честный бой. Мясо такое. Да, втроем вот. Ну, чистотина. О. А, ну да, это сломанный меджиш этот. Ну да. Я думал, мне уже дали. Так, ладно, все это мы пропускаем. Так, еще мне надо убить... А, все.
Ты всех убил. Кого больше убивать не надо. Можно возвращаться. Отлично. Так, ну и что, у вас тоже задания только в храм ведут? А, у вас ведут задания в деревню Твилеков. Ну, давайте сначала по-вашему пойдем, наверное. У вас все-таки больше. У нас одно, кстати, у нас недалеко. А, героик надо сдать. Сейчас, может, туда отправимся. Героик нам всем нужно в одном месте сдать. Да, да, как раз, ну, в ту сторону. Так, Джек Шепард, не ломись, мы тебя сейчас потеряем в этой толпе опять. Да, тут слишком много людей, я боюсь. Народу, да, и правда. 147 человек на этом сервере сейчас. Нет, этот народ, который вот вы видите, это... Они тут потому что... Из-за нас. Потому что да. Потому что мы пригласили, как вы помните, людей. Так, Джек Шепард, ты опять нашел какой-то странный путь? Я нашел короткий путь, и он безопасный. Так, а тут мы никак не можем переместиться, да, только пешком? Нет, только пешком. Ладно. Так, хорошо. Блин, прикольно вот эти зверюшки. Они мне очень нравятся. Конечно, если бы стиль тут был не такой мультяшный, они бы выглядели еще круче. Мне вот больше всего не нравится. Вот сделали бы как в Mass Effect. Вот такой это вот. Это тогда было бы сеттинг. Вообще отлично. Почему они делают? Ну, они хотят как бы более попсовые, так, чтобы на разные возрасты. Все-таки ММО. Ну да. Та же самая история с Elder Scrolls Online. Так, нет, я 9 уровень. Нормально. Я, допустим, не особо там воспринимаю это как мультяшный, не мультяшный. У меня та же самая история. Сюжет. Только толпа из 5 человек за нами. Змейка. Security. Да, народу полно. О, еще приехал. Окей. Так, вот мы и пришли. Да. Так, присоединиться к разговору. Да, Тём, ты. I am pleased to see you return from Kaleth. Я, в общем-то, большой, что ты вернулся. Ask, прости мне нетерпение, в общем-то, мое. Но я хочу спросить. Ты включил, в общем-то, этот машинный зал? Активировал? Было там что-нибудь или нет? Машина создала голограмму старого какого-то там. Ух ты, это, говорит, кристалл титунский. Я такого никогда не видел вживую. Не видел никогда это такого. Невероятная находка, мой друг. Ты знаешь, что он содержит? Знание, нет. The wisdom of an old philosopher. Мудрость старого философа. Он и Тёма. Интересно. Now go, achieve great things. Получай, короче, крутые штуки. Блин, вот как я замолчу, ты как-то тупо переводить начинаешь. Ну, потому что я уже слушаю, как ты переводишь, а потом, блин, надо быстро. Ну ладно, короче, мне новое платье подарили, Сережек не дали, ну да ладно. У нас новые штанцы. Блин, у меня уже инвентарь, одна ячейка осталась. Да, сейчас, кстати, продать нужно все. А тут же есть торговец. Толково. Толково, да. Так. Хорошо, а где он? А, вон тут их полно разных, я пойду вот к этому. Так, старая юбка, кредитные чипы. Зачем я продал кредитные чипы? Неважно. Я все продаю нафиг. Так. Так. Короче, напомню, если кто по предыдущему прохождению забыл, ну это в основном я зрителям говорю, который напишет, ты продал крутую штуку, если снизу под предметом написано this item has no use, то есть бесполезен, можно, да, только пройдено, то смело, его смело продавать, да. Так, ладно, сообщения потом, наверное, почитаю. Да, пришли сообщения, надо будет их потом почитать. Так, ну, всякие пока. Штуки 19. Нам присылали. В деревню летим, да? Мы летим сейчас... Ну, в принципе, у нас два квеста в деревне. То есть оттуда уже можно будет в храм джедаев отправиться. Я вылетел. Нормально? Так, вы в деревню Твилеков поехали? Да. Да. Окей. Там, кстати, по-моему, новый далеко квест какой-то образовался, нет? У Дозона. Ну, посмотрим. У Дозона? Нет, это просто Хероик обновляется периодически там. А, то есть понятно. Это тот же самый. Можно еще раз его пройти. Хорошо, понятно. Мне нравится. Как-то живенько все стало, когда много народу появилось именно. Mm-hmm. Конечно, то, что там в чате написано «Обама, ёпт». Это глупо, по-моему. Да, люди, видите,
Нормально. Но на самом деле кто-то писал даже, что зря вы сказали, какой сервер. Теперь на этом сервере играть невозможно, потому что люди там матерятся в чате и тому подобное. Ну, простите нас за это. Мы-то тут при чем? Да, мы как-то стараемся, чтобы народу побольше поиграло, показать игру. А как народ себя будет вести, то уж... Вообще, BioWare нам доплачивать должны за это. Кстати, не доплачивать. Так что, это только наш твой класс, да? Не знаю. Да, похоже. Нет, подожди. Так, подожди, Дай, нашел моего сына. Благодарю. Он сказал мне что-то сделать. Теперь он в безопасности. Рад, что его похитители, в общем-то, с твоими учителями теперь. Так, как твой сын? Что? А, я не то взял. Надеюсь, что совет джедаев справится с ним. Я думаю, он будет непростым студентом. Флешрайдеры не навредят нам снова. Достаточно. Обещаю тебе. Когда древние будут говорить о джедаях, я тоже буду о них говорить. И мой сын будет говорить. В этом и есть наша благодарность. Это было самое малое, что я мог сделать. Удачи, джедай, пока. Всего наилучшего, короче. Но это был наш квест, получается, двоих, который мы тогда брали. И мы получили плохие штаны. Отвратительные штаны просто. Нехорошие. Вот. И здесь у нас получается наш сюжетный квест. У вас квест был у нее то, что нужно спасти ее сына? Да. Да. А почему у меня его раньше не было, а сейчас он появился, и я его взял? Я не могу ответить. Скорее всего, потому что по сюжету, может, как-то разное, по-разному продвигались. Ладно, то есть дошел до этого уровня сюжета. Я от него откажусь, и... потому что мы сейчас будем опять туда бегать ради одного квеста, тем более не очень говоря, интересно. Даже не помню, куда это. Это там, помнишь, где свалка? А, ой, да, это далеко. Ну, короче говоря, как-то он у меня появился, ну ладно, он не обязательный, поэтому черт бы с ним. Так, кто первый пойдет к своей Тёма любимой? Тёма теперь. А, у Джека Шепарда же он шашни крутит. А у Тёмы она просто подружка. Да-да-да. Я её Джек Шепарду отдам. Спасибо. Мастер Оргас сказал, что у вас тут бедствие. Что произошло? Ничего, мы не посылали никаких сигналов. Все тихо, говорит, как ты ушел. Я вроде как даже не говорил с мастером Оргусом. Мастер Оргус не в поселении, не отвечает на холоком. Подозрительная копия. Мастер Оргус должен был прийти раньше меня, да. Похоже, верно, что недопонимание. Мастер вернется. Останешься ненадолго. Ты должно быть истощен или как там. Опа-па. Опа-па. Прекратите, что вы делаете? Ладно, ты давай, Тём. Матриарх, отойди. Этот падаван должен умереть, в общем. Я говорю, оставь его в покое. В общем-то, это по поводу спасения нашего народа. Как-то Бенгельмор, говорит, приказ нам это сделать. Нет, он типа отказался от твоих условий. Вот так будет. Ну да. Что сделала с моим учителем? Где Бенгельмор? Бенгельмор пришел ко мне. Он покончит с атаками флешрайдеров, если мы признаем его нашим наставником. Он попросил убить тебя, но я сказал, что мы будем держать тебя здесь. Здесь будет безопасно, и у моих людей будет защитник. Если мы не сделаем то, что нам говорят, Бенгельмор убьет всех нас. А, так, можно силой заставить. Я использую силу. Ты не хочешь убить никому? Ты хочешь уйти отсюда с миром? Это не те друиды, что вы ищете. Да. Мы уйдем отсюда с миром. Да, так лучше. Вот. Возможно, сможешь использовать это. Нам это не понадобится. Это все было ужасной ошибкой. Так будет не должно. Хотел тебя спасти, спасти нас всех. Ты предала мастера Оргуса. Отдала его врагу. Суровый. Ты все еще можешь его спасти. Бенгельмор взял Оргуса куда-то, что называется, кузни. Да. Простишь меня или нет? Куда тебе деваться? Я не осуждаю тебя, но я понимаю. Спасибо. Мне очень жаль. Что мне сделать, чтобы, в общем-то, поступить правильно? Даже не знаю.
Learn from this mistake. Учись на своих ошибках. Этого шанса я не упущу, в общем-то, обещаю. Мои люди услышат, что здесь случилось. Лучше будет, если я им расскажу. Я надеюсь, ты найдешь своего наставника. В общем-то, как-то так. Наш, в общем-то, учитель в беде. Так, и с дроидом теперь можно пообщаться. Дроиды не хорошо там. Сбой питания. Бенгельмор забрал моего учителя в кузню. Знаешь, где это? Доступ запрещен. Короче, данные он куда-то там передал. Так, и холокол теперь. Нас там на выходе ждут. Я H4PO. Архивщик джедаев. Передай все знания про кузню моему дроиду. Эта зона очень опасна. Могу я узнать, зачем вам нужны эти данные? Флешрайдеры захватили мастера Оргуса и забрали его туда. Мастера храма... что-то затупил. Короче, передает он нам эти данные. Отправляйся в кузню, спасти мастера Оргуса. О, прикольно. И мне тут дали какие-то костюмы. Это, я так понимаю, для дроидов. Для дроида? А, ну да, у тебя же напарник, понятно. Ты сможешь его раскрасить в разные цвета. Бронирующий сделать. Да-да-да-да-да. Вот такой красный будет прикольный. Так, ну что, теперь давай то же самое за Джека Шепарда. Да-да-да. Так, создать. Так, погоди, опять Овнер. Подожди. А почему я зашел снова? У меня синим этот экран высвечивается почему-то, не красным, а... Так, все. Вот и ты. А, вот все, Овнер Джек Шепард. Давай. Мастер Оргус responded to your distress call. I was to meet him here. What's happened? Nothing. We didn't send any distress. А интересно, будет ли какой-то другой диалог? Возможно. Диалог точно такой же будет. Тот же вариант выбрал, да? Да. We should. Yeah. I've lost it. Не, там можно выбрать для светлой стороны еще один вариант. Там можно просто убить их всех. Убить? Это жестко вообще. Да, нормально. Да, нормально. Так, и что теперь у нас? Еще голокол. Все, голокол теперь и все. А, C-3PO. Ну да. Все, супер. Вот такие вот пироги. Так, у меня задание вернуться... Да, у вас задание найти вашего учителя. У нас вообще учителя. В другую сторону. Ну, идем тогда к тебе храм, в храм, наверное. Да, а потом нам, похоже, нужно будет двинуться к этой кузне, каждому по своему делу. Мне там из-за гола крона, вам из-за чего-то еще. Слева наверху, кстати, есть галочка, на которую можно нажать и скрыть чат. Которую я нажал. Я знаю, да? Да, а я не знал. Thank you very much. Так, ты посмотри на эту толпу. Что, мы в храм, да? Да. Окей. Так, храм джедаев. Там, наверное, новое испытание, кстати говоря. Возможно. А мы ж не все прошли еще, да? Не всех еще поломали дроидов. Ну, там, да. А вот я вам новых дроидов привел. Да-да-да. А эти-то посильнее будут. Такой. Как назвали? Азмодан. Да-да-да. Да, похоже, квест. Да, вон он стоит. У меня, блин, даже на полете игра что-то временами притормаживает. Ну, на этой неделе, я думаю, я поеду с компьютером новым уже. Ура! Так, давайте, здесь, кстати, дело вообще. И закончим серию как раз. Так, почему ты не можешь... Так, нет, мы поговорим. А, ну все, тогда давай возьмешь сейчас, а потом подойдешь. Давай сейчас поговорим с моим учителем и закончим уже серию. Так, хорошо. И, кстати говоря, между сериями надо будет посмотреть почтовые ящики. Или на серию посмотрим. Да нет, людям покажем. Между. Что там? Окей. Нам вещей там прислали. Лутом заниматься так не сильно интересно. Так, тебе на первый этаж, на второй? Кстати, мы же на уровень получили. Можно еще будет раскачаться за кадром. Да-да-да-да-да, кстати. Да-да-да, это все мы сделаем. То есть рутиной займемся. Не зря, короче, вообще. Вне серии. Так, хорошо. Я захожу, и вы со мной. Я сам перевожу, Тёма. Давай. Наверное.
Может быть, нет. Если видишь, что молчу, помогай. Мастер Юан, я получил то, что нам нужно было. О, подава, ты уже вернулся. Какие ты нашел доказательства? Ну да, зацепки. Я нашел много доказательств философии Радживари. Так, Радживари попытался убить консул, после этого джедаи покинули Калет. Так, хорошо. Он попытался убить совет. Ну да. Что дальше, мастер? Похоже, у меня есть все, что нужно. Может, сфокусируемся на фаунте Радживари? Подожди, а где Квизен? Как долго я работала? Мне что, посмотреть за ним? Чтобы убедиться, что он в порядке. Он пошел в какие-то пещеры. Там последние координаты его известные. Время нельзя тратить, подаван. Иди, и да прибудет с тобой сила. Потерялся, короче говоря, наш учитель этот, как его там, ну вы поняли. Ну, один из... Да. Ее. Подаванов. Так, ну мне примерно в ту же сторону, я так понимаю, что и вам теперь. Квесты, они примерно по одним и тем же локациям проходят. Ну да. Так, ну в принципе, Ребзя, давайте, наверное, это на сегодня закончим. В следующей серии уже прокачавшись маленько и всякое такое. Ой, кто там что делает? Мы, собственно... Вот. Прокачаемся, да, проверим. Да, короче, займемся всякой рутиной и начнем от сервера. Завтра в следующей серии. Надеемся, вам понравилось. С вами были Артем, Григорий и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока. Всем пока.